Всем привет, я Андрей Клыков, с вами рубрика «Интернет-обзор». За прошедшую неделю в интернете обсуждали, как Аня Кэшин, гуляя в бедных районах сурового мяса, увидела и сфотографировала игрушки типичных мясских детей. На нее обрушился шквал негатива, якобы девушка сфотографировала мусор. Она же утверждала, что это игрушки. В ходе общения выяснилось, что дети делают шалаш. У администрации разместили аллею первоклассника. Вроде все рады и довольны, но и тут не обошлось без курьезов. Оказывается, напутали имена и фотографии. Так мальчик оказался Аленой и хочет быть парикмахером. Думаю, мальчик не рад такой ошибке. 10 сентября многие интернет-пользователи подняли панику. В городе проходил сильный дождь, и на улицах и дорогах города текли реки. Как оказалось, наш город совсем не приспособлен к таким сюрпризам, даже к обыкновенному дождику. К чему наш город вообще приспособлен? Всем пока! Присылайте свои материалы.